Пока в зале Дворца спорта шла подготовка к началу праздника, в фойе собирались гости. Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и жители района. Патриотические организации развернули тематические выставки. Воспитанники клуба «Ратник» показали навыки обращения с оружием, а ребята из заставы представили экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. Ребята должны понимать, что такое Родина. Дети говорят, Родина – это моя семья, это моя улица, мой дом. На самом деле, правильно говорят. Видновское станичное казачье общество также не могло остаться в стороне. Все желающие подходили к стилизованной казачьей телеге, пробовали парное молоко и знакомились с бытом казаков. Но это же ведь наш праздник. Мы же всегда стояли на защите интересов государства, построения России, могучей России. Глава муниципалитета Олег Хромов не раз отмечал, что в Ленинском районе большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, которое берет свое начало в семьях. Я как родился и помню военные части, я помню всегда военную форму, когда отец возвращался со службы. И для меня это поистине те люди, которые каждый день на своем боевом посту, каждый день готовы выполнить любую задачу, которую перед ними поставит Родина. Праздник «День защитника Отечества» объединяет всех – мужчин и женщин, стариков и детей. Ведь совсем не важно, чем ты занимаешься, главное – любовь к родине и ее защита на всех фронтах. Все врачи военнообязаны, все врачи являются защитниками Отечества. На военной ли они службе, на гражданской ли, они защищают наше население от болезней, они защищают нашу страну. Мы очень трепетно относимся к нашим защитникам. Мы желаем здоровья, долгих лет жизни и чтобы никогда больше не было войны. В это время в зале началась торжественная часть. После поздравительных речей официальных лиц состоялось награждение почетными грамотами и подарками военнослужащих. Затем начался концерт, в котором принимали участие образовательные учреждения Ленинского района и Центра детского творчества. Отдельно нужно отметить ребят из военно-патриотического общественного движения «Юн-Армия». Учащиеся школ Ленинского района, объединенные духом патриотизма и идеалами дружбы, им представилось почетное право возложить корзину с цветами к мемориалу на Аллее Славы. Мне кажется, что долг каждого подростка – стать на защиту своего отечества за величие своего многонационального народа. Глядя на этих ребят, понимаешь, что на защите отечества всегда будет кому постоять. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.